Third level streamer. Пауз. Вниз полезли. Что стоишь, а имботер, блядь, стоит, нахуй. Неудобно, да, когда персонажем бот управляет.
и Бетер предпочитает не двигаться. Это имбоцкий навык. Чтобы имбот не двигал персону. На месте стоять будет. Ой, как летят трассера. Хуёво, наверное, заходить в игру, в которой ты не играл ни разу. Сразу с своим ботом, блядь. Пиздец. Тебя тут не ждали. Не хочешь, блядь. И зайчик берёшь. Кукуруза, спец, опустошить кукурузу. Семь шотов еще за бойка есть для этого ботера. Сошед жестко, блять, я же забыл, там второй. Просто он отрезается. Еще зарубит нахуй меня эту кукурузу, блять. Пиздец, чуть не убью. Помчался, сука, бот ебучий. Мразь. Четыре выстрела осталось. Не, я пойду, блядь. Вот сюда. Пули летят все равно в меня. Опасно рисковать. Блять, пиздец. Оу. Такой имбот, блядь. Безжалостный. Превращает любое оружие, блядь. Просто пиздец. Дестрой. Найс. Отлично ты выскочил. Прям пришел за посылочкой. Че с Кишей ботерка? Вот бежит, бежит, бежит. Бот-машина. Ой. Обздец. Давай, сталкер-бот. Пиздец. Да мог бы тогда сразу пистолет дробовик брать. Тогда вообще против меня без шансов.
скорость любого расстояния ёбнут нахуй, даже, блядь, за 0,01 секунды. Прокачался бот, я смотрю. Ой-ой-ой, прокачался, пиздец как. Тут уже надо по харду играть. Вообще без шуток, блядь. Бежал от поиска, да? Попущенный. Просто. Аймбот, чмо. Это тоже сейчас пропустим. Бля, игру как русская. Тебе интернет-героем сделал. Попущенец как русская. Не, там 12 лет. Тупой бот. Ну, этот смешной бот был, блин, вообще такой рак.